и угловой. Довольны болельщики, довольны, наверное, сами игроки Актобе. А вот этот счет 2-0, он очень-очень опасен, да, он... А чем опасен сейчас, скажем, 3-0, да, только об этом я начал говорить, как Рейнальдо протащил мяч, и вот рикошет помогает актюбинцам. Но забивают-то они опять, и после розыгрыша стандарта уничтожают уже просто соперника. Смяли оборону сейчас. Рейнальдо уже делал это, да, вот сегодня в этом матче. Ткачука. Вот так, 17-го номера. Да, вот на исполнение наносил удар, причем не сильно. Да. И здесь вы правильно говорите, относительно того, что...